расслабь, 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 отпускай все. Хорошо. Вот он был. Вот так. Ну вот мы снова у Спартака. Спартак, как у вас дела? Всех приветствую, приветствую Тимура, приветствую всех зрителей его. Очень благодарен, мне очень безумно приятно, что вы ко мне приехали в третий раз. Я всегда вам безумно рад, всегда мои двери для вас открыты. Надеюсь, сегодня что-то новенькое, сегодня что-то заготовим, что-то новенькое вы узнаете. Спасибо всем зрителям, всем подписчикам канала Тимура за очень добрые, приятные, положительные отзывы, которые вы даете. И даже все негативные отзывы, вам тоже огромная благодарность. С Богом, всего хорошего вам. Приступим. Все, после хорошего качества массажа проработали полностью мышцы, связки, суставы. Мышцы все подготовлены, поэтому смело можно делать манипуляции для устранения функциональных блоков. Основная цель мануальной терапии – это устранение функциональных блоков, которые задействуют у нас суставы наши. Так, делаем вдох, выдох максимальный и расслабляемся. Хорошо. Делаем вдох, максимальный выдох, полное расслабление. Хорошо. Делаем вдох, выдох. Хорошо. Все, ну, отлично. Все. Так, идем дальше, значит. Так, теперь что можем? Тимур, смотри, становись на предплечьями. Вот так вот. Да. Вот так. Можешь чуть поднимись, подойди. Вперед немножко, просто так. Да. Вот так вот, сюда ближе. Вот так. Все. Чуть поближе еще ко мне немножко. Стоп. Вот так оставайся. Да. Немножко голову расслабь, пожалуйста. Да. Сейчас сделаем. Вот так вот. Да. Сделай мне, пожалуйста, вдох и выдох. И расслабил. Прекрасно. Не больно? Нет. Хорошо. Отпускаем ее. Расслабляйся максимально. Вдох. Выдох. Расслабил. Хорошо. Сняли функциональный блок шейно-грудного перехода. В прошлом видео мы немножко иного, по-другому делали. Это было лежа. Голова на боку, с одной стороны, потом с другой стороны. Так, едем дальше, значит. Двигаемся опять назад, Тимур. Да, все. Теперь можно руки вдоль туловища, голову на бок. Идем. Хорошо. Выгните немножко фасы. Хорошо все. Я думаю, после таких столько специалистов, столько уже, я думаю... Отпустили его, максимально расслабились. Сделали вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Все. Хорошо. Отлично. Вот так. Вдох, выдох. Повторим. Хорошо. Отлично. Хорошо. Проверяем тазовые бедра на сустав. Расслабляемся. Делаем вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо. Опустили. Хорошо. Коленные суставы проверяем. Расслабились. О, хорошо. Все. 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 Хорошо. Опустили. Угу. Так, ту сторону проверяем. Ну-ка, Тимур. Вдох. Выдох. Хорошо. Не больно?
Нет. Не тянет? Хорошо. Вдох. Выдать его. Прекрасно. Напряжение чувствую. Еще раз вдох. Нормально? Да, давай. Просто об этом заговор. Давай. Как удон на тебя. Угу. И максимальный выдох. И расслабились. Все. Все норма. Хорошо. Отпустили. Хорошо. Расслаб. Напряжено очень. Расслабил. И судорога нет, Тимур? Тут палец просто больной. Больной? Все, не надо. Говори мне, Тимур, говори заранее. Не нужно. То, что больной, то, что беспокоит. Не надо манипуляции делать на этом области. Так. Так. Угу. На голеностопный сустав. Сделали вдох. Выдох. Расслабились. Хорошо. Вдох. Выдох. Расслабились, отпустили все. Хорошо. Так. 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 Так, сейчас мы делаем на область крестца. Ноги вместе. Да. Да. Укушался, помню, было все. Да. Ну-ка, отпустили. Сделали вдох его. Выдох. Вдох. Выдох. Все хорошо. И в этот раз. Отлично. Хорошо. Угу. Так. Переворачиваемся на спину. Хорошо. Сделали вдох. Выдохнем. Расслабились. Отпустили все. Хорошо. Вдохнем. Выдох. Прекрасно. Хорошо. Так. Все. Расслабляйся мне. Вдох. Выдох, Тимур. Расслабь. Хорошо. Так, Тимур, вдох. Выдох. Хорошо. Так. Также положили на колени сустав. Да. Расслабляйся, Тимур. Вот так. Полностью полное расслабление. Хорошо. Расслабляемся. Свободно. Вот. Хорошо. Отлично. Хорошо. Так. Теперь. Давай мне одну руку свою, давай мне вторую руку. Отлично, Тимур. Вот так. Угу. Отпускай. Сейчас, подожди-ка. Ну-ка, сделай мне вдох, пожалуйста. Выдох. Расслабь. Хорошо. Вдох. Хорошо. И еще раз вдох давайте. Выдох. Хорошо, отлично. Теперь, так, двигайся немножко назад, вдоль кушетки, ко мне сюда. Да, Тим. Угу. Так, ложись на бок, лицом ко мне, пожалуйста. Сейчас у нас поясница пойдет. Да,
Ближе ко мне давай. Стоп. Давай, вот так вот. Хорошо. Возьми меня за локоть. Один и возьми за локоть второй. Вот так вот. Да, хорошо. Чуть ко мне можно поближе даже. Вот так все. Стоп. Вот так уже стало. Ничего страшного. Вот так. Да. Не в принципе. Вот так немножко. Тимур. Да. Да. Хорошо. Максимально расслабляйся. Вдох. Выдох. Вот. Еще раз вдох. Выдох. Расслабил, расслабил, расслабил. Пускай, пускай, пускай. Хорошо. Не больно? Нет. Так. В другую сторону точно так же. Давай. Угу. Прекрасно. Чуть ко мне поближе, чтобы нога расписала твоя. Вот. Да, чтобы максимально залезть. Вот так. Супер. Угу. Вдохнем. Максимальный выдох. Хорошо прохрустел. Так. Вспомнил про слово «хорошо». В этот раз я не поймаю сюжета. Они будут говорить, где хорошо. Да, 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 100%. Так, на голеностопную еще можем кое-что не сделать, то, что я хочу сделать. Так. Ноги приподнимаем. Вот так вот мне кладем. Да. Вот так. Так. Сделали вдох, выдох и расслабили. Все отлично здесь. Хорошо. Давай сюда. Вот так, прекрасно. Вдох, выдох, расслабь, расслабь, отпусти. И здесь хорошо все. Отлично. Так, и еще могу что сделать. Ну-ка, расслабить. Вот так вот. Все. Расслабился мне. Здесь не больно, нормально? Нет. Хорошо. Ну-ка, давай мне вдох, выдох. Все. Терпимо? Да. Хорошо. Давай. Расслабимся. Вот так. Стоп, стоп. Прекрасно. Вот так вот. Все. Вдох, выдох. И расслабились. Вот так оно было. Чуть не упустили. Да. Все должны. Каждый суставчик должен быть проработан. Так. Теперь идем. Так, теперь садимся ко мне спиной. Ноги туда, спиной ко мне сюда. Да. И до конца прям на край давай. Вот. Да. Красно. Хорошо. Сейчас проверим сначала шейный отдел. Дальше пойдем. Угу. Так, полностью ложимся на меня, промкнем. Расслабься. Вот тогда полное расслабление. Все, проверяем. Вдох. Выдох. Вот он был. Хорошо, Тимур. Главное, полное расслабление. Проверяем эту зону. Подожди. Еще один. Сделали вдох. Выдох, Тимур. И расслабились. Хорошо. Угу. Так. Нижний отдел идем. Руку подняли, отпустили. Вот так вот. Расслабились максимально. Ну-ка, вдох, плечо не поднимаем. Выдох. И расслабились. Здесь все отлично у нас. Амплитуда полная, поэтому ограничений никаких нет. Подняли. Проверяем здесь. Сделали вдох. Выдох. И максимально расслабились. Отпустили все. И здесь все нормально. Не больно? Хорошо. Так, плечевые суставы. Так,
Тимур, ближе ко мне подвися, пожалуйста, еще немножко. Стоп. Руку кладем на шею. Вот так остаемся. Сделали вдох и выдох. И расслабились. Хорошо. Все отлично здесь. Расслабили. Хорошо. Отпустили. Расслабили. Хорошо. Отпустили. Расслабились. Хорошо. Сюда. Точно так же опять. Вот так немножко. Ну-ка, вдох. Выдох. Хорошо. Угу. Подожди. О, проверяем. Хорошо. Пускай. Расслабим. Все, хорошо. Хорошо. Угу. Отлично. Так, теперь берем руки в замок в области шеи, Тима. Да. Угу. Сейчас. Голову вниз, пожалуйста. Вот так вот. Локти к себе. Да. Так, и расслабься. Сделай вдох, выдох. Расслабь, расслабь, расслабь. Отпускай все. Прекрасно. Средний грудной. Так. И нижний грудной сейчас сделаем. Руки опять замок. Скорее, ноги немножко пошире, Тимур. Да, да, все, хватит достаточно. Вниз, локти сомкни, пожалуйста, на мне. Все, голову расслабься максимально, мне напряжение очень сильно. Вот ну-ка, давай, вдох, выдох, Тим. Расслабься, свободненько, все. Еще раз вдох, выдох. Вот оно, хорошо. Так, это одна сторона у нас. Сейчас у нас будет вторая сторона. Угу. Давай, вот так. Так, стоп. Ну-ка, вдох, выдох, Тима. Хорошо, расслабься. Еще раз вдох, выдох. Прекрасно. Хорошо, норма. Так. Угу. Или... Хорошо. Теперь идем к шейному отделу. Ложимся на спину, голову ко мне на край. Немножко порастягиваем. Ну-ка, давай, вдох. Выдохнем. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Угу. Угу. Расслабляемся максимально. Проверяем, где у нас есть ограничения. Опустили. Угу. Вдох, выдох, Тимур. Угу.
Вдох. Выдох. Хорошо. Здесь норма. Вдох. Выдох. Расслабь. Хорошо. Отлично. Угу. Пальпатура руками прохожу. Тебе нигде не больно? Нет. Нигде ты тебе. Хорошо. Еще кое-что сейчас сделаем. Так, Тимур, встань, пожалуйста, сюда ко мне на коврик спиной. Угу. Сейчас. Хорошо. Угу. Так, два шага вперед сделай, просто. Вот так. Ну, руки за ногу возьми опять. Вот так. Ноги по шее возьми. Да. Вот так вот. Опускай голову. Ну-ка. Расслабься. Вдох сделай. Выдох. Хорошо. Еще раз вдох. И выдох. Хорошо. Еще раз вдохнем. И выдох. Все. Хорошо. Отпускать его. Отлично. Хорошо. Так, теперь ляжь мне, пожалуйста, на бок. Голова туда. Да. И ко мне боком. Вот, возьми. Так. Угу. Так. Максимально расслабляйся мне. Угу. Сделай, пожалуйста, вдох. Выдох. Хорошо. И еще раз вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо. Давай в другую сторону точно так же. Угу. Вот, наоборот, стоп. Да, вот так вот. Под голову, это вот так. Да, вот так, хватит. Все, расслабляйся мне максимально. Вот так. Вот. Вдох давай. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Хорошо. И сейчас по окончанию мы делаем декомпрессию, растяжку всего позвоночника. И на сегодня заканчиваем наш сеанс. Да. Хорошо. Так, чуть вперед подвинулись. Вниз точнее. Вот так. Да. Стоп. Хорошо. Так. Угу. Угу. Приподнимаем голову вверх. Вот так, отпускаем. Вот так. Хорошо. Угу. Расслабляемся. Нижнюю челюсть закрываем, язык прячем. Делаем вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, Тимур. И максимально расслабились, отпустили все, свободненько все сделаем. Прекрасно. Потянулись позвонки? Почувствовал? Да, да. Все, отлично. Лежим, отдыхаем. На сегодня сеанс у нас окончен. Все продуктивно мы проработали, все поустраняли полностью. Поэтому надеюсь, Тимур останется довольным и здоровым. Это самое главное. Всем спасибо огромное. Да, все прекрасно, очень тщательно вы поработали, как и всегда. Спасибо. Раз в полгода приезжаем к вам на терапию, получается. Спасибо вам огромное, ребята, огромное благодарность. Я всегда вам рад. Спасибо вам огромное. Всем спасибо, кто ко мне приходит от Тимура. Низкий поклон, благодарность вам. Больше ничего сказать. Желаю каждому здоровья, семейного счастья. Любите себя, будьте добрее друг другу и помогайте. Это очень важно. В наше время это очень мало, к сожалению.